Сажаем сорт груши радужную. Очень хороший сорт. На улице минус 30, зато в помещении тепло. Температура не ниже 15. Здесь начали подготовку саженцев для посадки. Теплица пока еще почти пустая, но уже через месяц все будет покрыто зеленым ковром. Первыми высаживают груши, затем наступает очередь яблонь, а дальше тополя, виноград, земляника. Все саженцы выросли на территории станции. Весь посадочный материал произведен на территории опытной станции садоводства и виноградства. И этим мы уже занимаемся на протяжении более 40 лет. То есть это не привозной посадочный материал, абсолютно адаптирован к нашим условиям. Они дают нам возможность, опять же, выявить наиболее ценные сорта или гибриды, которые устойчивы к неблагоприятным факторам. Чтобы посадить саженцы, нужно потратить немало сил, терпения и времени. Но результат того стоит. Например, землянику выкапывают в октябре, укореняют в стаканчиках. Главное – правильно подготовить саженцы к хранению. И в июне уже можно будет попробовать на вкус сочную красную ягоду. Рассады земляники садовой находятся при низких температурах. Это сорт крымская ремонтантная. В марте она будет перенесена в теплицу и получен качественный посадочный материал. На станции есть все необходимые условия. Снизу растения подогревают специальные трубы. Подготовка почвы предполагает пополнение минеральных веществ. Первый год жизни для саженцев особенно важный, потому что растение еще хрупкое и подвержено влиянию внешних факторов. В теплице саженцы лимонов. Они пока еще совсем маленькие. А здесь в лимонарии уже взрослые деревья. Многим из них более 20 лет. Регулярно они дают вкусные и сочные плоды. Айнура Алиева, Семен Воробьев. Новости дня.